Пенсионный фонд России. Пенсионный фонд Дагестана информирует, что с января 2021 года пенсии и социальные выплаты будут перечисляться только на карты платежной системы МИР. К этому времени все пенсионеры, получающие пенсии на банковскую карту, должны заменить старую карту на карту МИР. Для этого необходимо своевременно обратиться в кредитное учреждение и написать заявление на выпуск карты. В частности, в Сбербанке карты МИР оформляются и выдаются пенсионерам по истечении срока действия карт Visa, Маэстро и социальная карта. При этом при переходе на карту МИР номер счета остается прежним, поэтому получателям не нужно предоставлять документы в пенсионный фонд, если номер счета у вас не изменился. Если при оформлении карты МИР произойдет изменение расчетного счета для зачисления пенсии, то пенсионерам следует направить заявление об изменении счета, можно отправить через личный кабинет на сайте госуслуг или при личном обращении в пенсионный фонд по месту жительства. Если пенсионер по каким-то причинам не обратился в банк с заявлением о получении карты МИР до января 2021 года, то после этой даты кредитное учреждение обязано будет зачислить пенсию на специальный счет. После этого банк направит пенсионеру, не получившему карту МИР, уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней прийти в банк для получения денег наличными. Или же с предложением написать заявление о переводе выплаты пенсии на карту МИР. По истечении 10 рабочих дней, если пенсионер не явится в банк, то суммы пенсии будут возвращены в пенсионный фонд. А со следующего месяца выплата пенсии будет временно приостановлена. Таким образом, карту МИР необходимо оформить только получателям пенсии и иных социальных выплат, которые ранее выбрали способ доставки на банковскую карту. Пенсионный фонд России.